Мой папа. Он самый сильный. Он очень редко бывает злым. Никогда не бывает бессильным и никогда не бывает чужим. Он звонит мне очень нечасто, чтобы не отвлекать от работы, городской суеты и стихов. В этой сдержанности отцовская забота. В ней почти не бывает слов. Знаю, как он не спит ночами, курит у дома допоздна. Он как будто бы меня встречает, слушает гул, провожает поезда. Иногда СМС без очков, где пропущены пару букв. Не болеешь? Все хорошо. Я такие читаю вслух. Иногда аудио на WhatsApp. Я твой стих нашел про маму со школы. Надо ведь, бывает как. И я отправила папе стих про него. Не смс-кой, по почте. И вы знаете, он загрустил. Отвернулся, достал свой платочек. Не молчите, звоните чаще. И до встречи считайте минуты. Не хочу, чтобы папа плакал, но горе и счастье